Приветствую вас. Я отвечу вам на ваш вопрос в соответствии с определенными ступенями. То есть ступени того, что вы можете сделать, ступени того, что вы реально можете попробовать совершить для того, чтобы ваш сын был более самостоятельным, будут варьироваться от простого к сложному. Простому для вас и сложному, соответственно, тоже для вас. По понятным причинам вашего сына и его предпочтения, его приоритеты мы сейчас не рассматриваем, потому что, ну, объективно, вашего сына нужно спасать. И для этого необходимо, конечно, приложить усилия. Значит, первое, что вы можете сделать, это продумать, или если не знаете, то так вот, немножечко обходными путями проговорить с ним то, что ему, вашему сыну, например, интересно. Что ему, вашему сыну, например, хотелось бы, ну, вообще хотелось бы для себя. Вот что вы делаете, проанализировать для него сейчас, для своего сына? Какую поддержку вы оказываете своему сыну? Что вы вкладываете в него? Сильно ли вы вкладываете в него? Много ли вы вкладываете в него? Это вот тот первый вопрос, на который вам нужно ответить. И вот те вложения, которые вы делаете помимо самого необходимого, например, помимо еды, и обеспечение, например, элементарной, скажем, гигиены, элементарных средств защиты и так далее, средств защиты, я имею в виду, от града. Кроме этого, вы чтобы больше ничего для него не делали. Хочешь одеться как-то для себя? Модно, стильно, интересно. Соответственно, вот тебе твои руки, вот тебе твои ноги, вот тебе твоя голова, действуй. Если не можешь, скажи препятствия, опиши препятствия, которые не позволяют тебе это сделать, не позволяют тебе поступить так, как ты хотел бы. И мы с тобой вместе эти препятствия, например, преодолеем. То есть вот действовать вам нужно именно вот в таком направлении. Я хотел бы, чтобы вы вот этот вот первый аспект постарались понять. Пока вашему сыну удобно в той позиции, в которой он находится, менять он не будет ничего. Вам нужно создать для него определенные
значит, определенные ситуации, определенные модели, в которых ему пришлось бы самому что-то делать. Вот, пожалуй, это первый и самый важный момент. Второй момент по сложности заключается в том, что вы говорите о своем сыне, что он у вас там социофоб, что он у вас инфантилен, что он у вас там не хочет общаться с людьми, не хочет работать и так далее. Это следствие определенных проблем. Проблем у него. И эти проблемы, если они действительно есть, я имею в виду социофобия, вот так просто вам не решить. Откуда вы знаете, например, что у вашего сына есть социофобия? Ну вот реально, откуда вы это знаете? У вас есть диагноз на руках? Или ваш сын сам говорил, что у него социофобия? Или может быть ситуация такова, что вы в интернете прочитали о том, что вот как ведет себя ваш сын? Так ведут себя социофобы. Но в любом случае, проблема, которая есть у вашего сына, например, ее нужно как-то идентифицировать для начала. Как-то ее нужно рассмотреть, как-то нужно ее изучить, чтобы постараться понять, это ли у него, или что-то другое. Может быть, обычная неуверенность в себе, может быть, обычная тревожность, может быть, что-то еще. Ну, но не социофобия, согласитесь, это куда более серьезно. Далее. То, что вы пишете по поводу его инфантильности и того, что он вот работал, но недолго, значит, как я понял, он перестал работать. Значит, это опять же ему выгодно. Ему выгодно быть инфантильным. Ему выгодно не работать. И здесь я немножко повторю, скажу, что пока вы не сделайте так, что его позиция будет для него невыгодна, боюсь, что у вашего сына все останется так, как есть сейчас. Далее вам необходимо в рамках обсуждения того, что у него есть проблемы при достижении своих результатов, ну, при достижении своих целей и так далее, однозначно порекомендовать ему для преодоления этих самых вот проблем обратиться к психологу, хотя бы вот так вот, ну, хотя бы вот на нашем ресурсе. Вот так, как вы это сделали. Это очень важно для того, чтобы ваш сын пообщался со специалистом, и специалист выявил бы у него реальные проблемы. Соответственно, направил бы его либо к врачам, либо работал бы с ним сам. Если это психологическая проблема. Далее.
Дело в том, что ваш сын, это, как неприятно звучит, результат вашего к нему отношения. И, соответственно, вам нужно проанализировать свое поведение, которое волей-неволей спровоцировало у вашего сына такое вот поведение. Необходимо проанализировать ваше поведение для того, чтобы понять, что же вы именно делали неправильно по отношению к своему сыну. Какие поведенческие модели были порочными с вашей стороны. То есть необходимо вам свое поведение изменить. Его необходимо изменить, скорректировать. Может быть, ценностно более относиться к себе, может быть, ценностно более относиться к нему. Вот. Это уже будет видно при работе с вами. Потому что если у вас получился по итогам такой вот ребенок с такими проблемами, значит, определенно вы как-то неправильно его воспитывали. И вполне может быть, что некоторые проблемы есть и у вас. Естественно, я пока не буду это утверждать на 100%, потому что это нужно выяснять. Но, тем не менее, без того, чтобы вам самой поработать с психологом, вряд ли можно ожидать каких-то кардинальных результатов от того, что вы можете сделать самостоятельно. Далее. Вашему сыну, несмотря на то, что он уже большой, все равно нужна мужская рука, нужен мужской авторитет, нужен мужской идеал. Соответственно, возникает вопрос, что с отцом вашего сына, как общается ваш сын с отцом, не общается ваш сын с отцом. Если общается, то как? Если не общается, то почему? Как ваш сын сам оценивает отца своего? И так далее. То есть вот это все также нужно в обязательном порядке вам проработать. Это очень важный аспект в данной ситуации. Очень важный аспект в данной ситуации. Ну вот, вот в принципе то, что я мог бы вам сказать на вопрос о том, что вы можете самостоятельно, что вы можете сделать для самостоятельности своего сына. Немного, да, я отдаю себе отчет в том, что это действительно не так много, как вот могло бы быть, но тем не менее. Вам нужно постараться понять, что ваш сын – это третье лицо,
и что вам через вас помочь вашему сыну, если он не хочет сам, чтобы ему помогли. Довольно сложно будет это делать. Поэтому вы можете только лишь подтолкнуть. Вы можете его подтолкнуть к тому, чтобы он что-то сделал, но к самостоятельности он либо придет сам, либо нет. И здесь все зависит от него, ну и от того, как вы, например, подадите, вот, например, необходимость, да, подадите необходимость того, чтобы он обратился, например, к психологу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!